Творческие коллективы со всего Одинцовского района, танцы и песни на любой вкус. Одно о праздновании Дня города Голицына можно сказать наверняка. Оно прошло громко и задорно. По доброй традиции глава городского поселения Александр Дудоров наградил выдающихся спортсменов, воспитанников Голицына. Награждается Егор, первый разряд, чемпион Московской области среди кадетов, призер всероссийских и межрегиональных соревнований. Жители Голицына по праву гордятся своим городом. Поселение уже много лет является кузницей спортивных и культурных кадров, ярких общественных деятелей. Особняком стоит и вклад Голицына в обороноспособности России. Именно здесь располагается известное погранучилище, ежегодно пополняющее ряды защитников Родины. Я думаю, все хорошее. Россия, белый, синий. Участвовали в конкурсах. Итак, мы сейчас будем... Отличное, прекрасное. Очень весело, хорошо. Организаторы подготовили большую развлекательную программу для самых маленьких гостей праздника. У ребят была возможность повеселиться на гигантском, пусть и надувном пиратском корабле, опробовать аттракционы и поучаствовать в интересных конкурсах.